Германия усилила охрану границы с Австрией. Пресс-служба МВД ФРГ сообщает, что представители пограничной федеральной полиции будут поддерживать баварские полицейские отряды. Германо-австрийская граница по-прежнему является центром нелегальной миграции ФРГ. За этот год федеральная полиция в ходе пограничной проверки не допустила в страну свыше 18 тысяч нелегалов, в том числе около 14 тысяч из них на границе.